Жителю Уссурийска грозит от 7 лет лишения свободы. Мужчина заказал через интернет большую партию сильнодействующих веществ. Позже посылку задержали уссурийские таможенники. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела борьбы с контрабандой наркотиков в уссурийской таможне в одном из почтовых отделений нашего города задержали запрещенный груз. Находка позволила закрыть канал контрабандной поставки сильнодействующих веществ в Приморском крае с территории Республики Беларусь. Установлено, что получатель посылки – житель Уссурийска. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы и штраф от 1 миллиона рублей. Гражданин России, который произвел заказ более 3500 таблеток и 54 ампул с жидкостью, которые являются сильнодействующими веществами, запрещенными к перемещению через государственную границу Российской Федерации. Общий вес товара составил более 500 грамм.